вас связывают с Мериком, называя его человеком. И бывают ли такие случаи, когда губернатор области просит вас выполнить какие-то поручения, выполняете ли вы, или вы говорите ему твердо нет? А возможно ли вообще, что вы скажете губернатору нашей области нет? А потому что, как мы знаем, раньше при Круглове такое было невозможно. Перечень моих обязанностей и моих полномочий четко определен моими функциональными обязанностями. У губернатора имеется тот же перечень. Поэтому случаев и прецедентов, когда он мне дает какие-то либо указания вот, или задачи ставит, не относящиеся к роду моего деятельности вот, и не относящиеся к перечню того, что он может поставить, вот, на сегодняшний день не было. Вот поэтому мы с ним общаемся и работаем в правовом поле, вот, и за рамки этого правового поля не выходим. Я не могу судить, каким образом строили взаимоотношения при Круглове и в период бытности его, и с руководителями областного аппарата милиции, но на сегодняшний день отношения таковы. Они четко разграничены теми законами и теми возможностями, которые регламентируют наши отношения.